Казахстане раскрыто только каждое четвертое преступление, связанное с торговлей людьми. За последние 3 года их зарегистрировали больше 1000. В основном это организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества. Сегодня в столице представили доклад по противодействию торговле людьми. В документе представлены рекомендации по усовершенствованию законодательства в этой сфере. Озвучили специалисты и статистику. За последние 3 года в Казахстане зарегистрировано больше 1000 преступлений, связанных с торговлей людьми. Осуждены 242 человека. Уровень преступности в прошлом году пошел на спад. За 9 месяцев этого года было осуждено 30 человек. Пресечена противоправная деятельность 5 организованных групп. Предложили сегодня эксперты и расширить перечень социальных услуг для трудовых мигрантов. Напомню, в прошлом году Государственным департаментом США был представлен доклад о торговле людьми, где Казахстан попал в контрольный список стран. Государство получило 11 рекомендаций для улучшения ситуации. УЗИП в своем докладе отметил, что Казахстана те работы, которые принимаются в сфере борьбы с торговлей людьми, не соответствуют обстоятельствам дела. И, естественно, они рекомендовали Казахстану усилить работу в сфере противодействия торговле людьми по выявлению и уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми в Казахстане, а также по оказанию специальной социальной помощи жертвам торговли людьми в Казахстане.